Стой. Пошли, 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 пошли. Всем добрый вечер. Вечерняя кормежка. На ночь мы их загоняем, можно сказать, с пенка. Вот туда вот, в сарай. Сами не заходят. Сейчас вот поедят. И через часок, уже часов 8, мы их загоним. Они уже привыкли на улице. В сарай не заходят, но у нас очень сыро. У нас военный наш городок находится немножко так в низинке. Если в Сергиевом Посаде ночью градусов там 10, допустим, то у нас разница в 5 градусов спокойно может быть. Так что вот, о, товарищи ждут. Лёш, а утка мне осталась? А, ты еще принесешь? Да, я им утром давала, но они, смотрю, там подъели хорошо. Ой, смотри, селезень опять перепрыгнул. У нас девчонки новых селезней, вот этого и вот того, гоняют. А сеточка вот здесь вот невысокая. Вот если видно, вот она буквально вот такая. Такое ощущение, что они перелетают. Сегодня утром прихожу, у меня были утки здесь вчера вечером. Селезни здесь. Значит, в этой стороне. Прихожу, у меня все наоборот. Я говорю, ну фокус. Так, я извиняюсь за свой цвет рук. Мяла сливу. И руки, поэтому перчатки не надела. Руки такие вот страшные. Так что вот у нас вечерняя кормежка. Вот такая вот. Смотрите, что творит. Ты мешок оставил. Прямо из мешка. Там вкуснее. Там вкуснее. Ну да, вдруг там иное. Сейчас вот буквально часа два назад мама бросила им, это вот была огромная просто вот такая вот куча от кабачков. Кабачки уже не растут там на одной ветке. Она говорит, осталось, говорит, два малюсеньких. И какой-то, говорит, пустоцвет. Я, говорит, им брошу. Я говорю, ну брось. Была просто вот куча вот такая вот, вот веток прям огромная. Вот это вот все, что осталось за два часа. Так что травы едят. Очень много. Вот, вот смотрите. Вот там вот кучка мужиков. О, у нас соседи поют песни. У нас у соседей как раз жена учительницы. Сегодня 1 сентября. Все празднуют. Мы тоже сегодня шашлычки съели. Делали шашлычки. Тоже немножко отметили. С кофейком, с тортиком. И курица вообще прямо в середку. Правильно. Так что вот, даже в закрытом выгуле травы у нас вдоволь. И утром, и вечером, и в обед бывает. Если мы дома, и в обед им травы кинем. Так что, если, можно сказать, с умом подойти, то можно и в вольерах вот таких вот маленьких выращивать птичку. Можно приспособиться. Все, товарищи, всех с праздником, всех с 1 сентября. Ну, предводитель Легорнов. Все, всем удачи. Удачи нашим ученикам в году, в будущем учебном. Вот, вот, вот. Сейчас это все за полчаса. Все это просто уйдет. Все, товарищи, всем удачи.